ребешонок, у нас опять звучит гайд. Я смогу восстанавливаться, потому что уже мы целиком играли, слышала, и я слышу, что уже улучшилось, и что еще нет, да? Есть какие-то вещи, вот кто его слышал, заметно, да, что сейчас он уже немножечко играет по-другому, слава тебе, Господи, да? Что мне еще не нравится? Ты должен понимать, что если ты играешь гайдно, есть определенная мера и степень звука форта. Да? Вот если бы ты сейчас играл мне прелюдию Рахманинова, я бы сказала, молодец. А когда ты играешь гайдно, вот таким горячим фортом, это не совсем молодец, да? Все-таки коррекция культуры определенного звука должна быть, ты должен к ней стремиться. Да? Начало было очень неплохое. Вот там, где у тебя вступают, сыграй мне после 16-го. Вот оно звучит, а в нем есть какая-то такая... Почему ты играешь на форте? Это пьяно.
покупаешь мне жир на левую руку. А этот характер должен совпадать и в левую, и в правую. Понятно. Ну, просто. Еще. Она такая у тебя вялая и музыкальная, якобы музыкальная, но она при этом беззвучна. А должна быть
без ритма и без качества. Да? Второе крещендо, мы говорили с тобой, больше внимательнее к каждой ноте внимания, да? Что-то есть. Ну, внимание уже усилилось. Усилилось, безусловно. То, что ты играешь лучше, я с этого начала. Ты молодец, я вот там еще услышала, что лучше. Но потом ты опять врубил, да? Вот ты должен держаться. Ты сейчас прими, еще раз сделай. Внимание к этому выходу из этого места, да? Вот это я. Молодец. Где вот этот аккорд? Аккорд пустой опять, понимаешь, вот его грузишь, а в нем есть. Вот чтобы я слышала это. Я слышу, что ты хочешь. Я левую хорошо слышу. Я левую хорошо слышу, а правую вот этот аккорд не слышу. Вот это
гораздо легче, но убористее. Вот каждая нотка минимальное время тратится на удар. Надо увидеть этот перевод. Закончил.
Не видишь эту точку, да? Ты даже не смотришь ноты и не ищешь. Ни тут не видишь, ни там не видишь, да? Вот увидеть сначала, посмотреть. Вот. Только ты играешь не вяло, а там есть ритм. Та-дам! Па-бам! Когда детей принимаем, мы хлопаем по-разному. Вот когда я вот так хлопаю детей в школу. Вот если я вот так хлопаю, а мне хлопают там, я его не беру. А он вроде как формально правильно сделал. Ритм — это когда человек повторяет этот ритм. А не намекает на то, что он вроде как его тоже слышит. Понимаешь разницу? Вот ты намекаешь все время, что ты понял, что какой там ритм. Не потому, что туда не спешить. Дальше. Теперь еще раз. Раз, два, четыре. Раз, два, три, четыре. Есть какая-то, да, в миноре, да, какая-то другая глубина звука. Вот сыграл свою флейту. Thank you.
ты дальше бесишься тут? Там форта. За смену настроения такая. И что? А форта обязательно должен быть такой вот вдруг? Да? Нет. Или это разве пьяно? Да? Как птички какие-то в лесу. Да.
то, что идешь в другую тему. Вот и все, да? Даже если ты снимешь левую, правую надо зажать. Вялая, правая. Но со всеми потом вместе летящим. Вялая, знаешь, такая ленивая, вползающая линия 16. Она очень конкретная и очень тревожная. Никакого покоя там нет. Только последняя нота не может быть такой. Внимание. Yes.
разрешение. Вот сейчас вышли. Вот точно так же там должны быть. Вот у нас через экспозицию проклевывается, разработку мы не можем, в рефлизии у нас уже получается. Хороший знак. Хороший знак. Дальше играем. Нет, ты не жди, пока ты перевернешь. Да, такая застрявшая. Есть еще такой момент, смотри. Да, вступление. И опять вместе. У тебя дядя. Помните, подожди, раз, два, три.
там какие-то рывок. Это тогда будет там, понимаешь? А здесь не сметь. Звонко, а левая тихонечко.